Добре, Во-вторых, не столько я радовал вас, сколько вы радовали меня в своем возле меня присутствии. Мне было исключительно приятно быть под рядом со всем, начиная от самого и кончая с самого. Вот через неделю мы заканчиваем школу. Я верю, что вы будете о нас вспоминать. Нет, очень часто. Я не только вспоминаю, но вот как направить регулярно сюда приходить. Но мы не только будем приходить, с первого седьмого будем, а? Давай, с первого седьмого будем. Вы давайте, как вы будете нас каждый день видеть. Вспоминать. Мы вам, наверное, надоели, но вы еще будете нас долго-долго видеть. Да, конечно, избыточно, но все тебе хорошо, приятно. Всем хорошо. У нас тут я только. Только а вот тут есть. Школа решается. Пицца, пожалуйста. Нет. Нету. Там или там? Там или там? А за ёбер, не сомаса. Там просто придёт и смотрит на нас. Да, точно. Смотрите! О, да! Смотрите! Отлично! Вот, о, спасибо! Как трава растет, да? Мансир еще более как трава растет. Мы все там. И вы тут тоже. О, смотрите, физуля, ободком физуля, видите? Мы сядем, помните? Вот, Офа и Лейла, две молодцы девочки. Офа, ты почему плачешь? Офа, не плачь! Физули, она из-за него плакала. О, это серьезно. Негодяй. Это серьезно. И сразу... О, а что там плакается? Опять серьезно, серьезно. Это уже серьезно, слишком серьезно. Это совсем серьезно. Очень серьезно. Совсем-совсем серьезно. Вот опять команда, видите, да? Вот. Итак, мы будем вас радовать каждый день. Я так оставлю. Противище голосование. Вы представляете, что здорово? Вообще полный тоже. Там, где нас... Ты думал, что не голосовал. Нет, много видно, но голоса слышите еще. Да, вот. Мы хотели звуковое сопровождение добавить, но подумали, вам нравится. Дети, у меня к вам просьба. Давайте мы с вами сфотографируемся, да, все. Да, ну, с одним условием, что там как хотите, но вы мне сделаете один хороший формат, примерно, ну, 13-18. Да, сделаем. Только мы сейчас не очень хорошим, да. Не сейчас. Не надо. Когда вы будете в шикарном виде. Да. Хорошо. Непременно не забудьте, чтобы собрать вместе с А за уши не будет тянуть? За уши. Если у меня будет тянуть за уши, у меня вот так. Больше на физры наушники. Ваши дыри. Спасибо, что... Откуда, во-первых, вы узнали? Тоже связи, да? Это все связи. Вас звонили, да? Тоже, это вам. Простите, пожалуйста. Плясали сегодня? Плясали. Еще будем. Научились? Да. Процесс познания бесконечен, да, той же? Процесс познания в чем угодно бесконечен. Дети, в конце концов, танцы это ничем не
меньший спорт, настоящий танц, да, чем любой другой вид спорта. Вы, наверное, кто-нибудь из вас наблюдал соревнования по танцам? Да? Там, по-моему, 3 или 4 вида. Это обязательный вальс, латинос и какие-то народные. Кто-нибудь из вас танцами занимается? Нет. Все любители. Ну что ж. Пусть ваше любительство в танцах достигнет больших высот. Как для барышни, так и для молодых людей. Спасибо. Спасибо за то, что вы были у меня в течение кто-то 3, а кто-то 2 года, но тем не менее вы останетесь у меня в жизни. Не только в памяти, но и... Ваше приготовление, как нормальное, так и лопитальное, я надеюсь, продолжается? Да. Надеюсь, не победите. Вчера мы имели короткую беседу кое-что. По поводу МГТ номер 3. Оно должно у вас продвигаться наверх. Конечно, выпускные экзамены это будут для вас это самое, как прогулка по цветочному парку. Но у вас есть еще 2 месяца, да? У вас достаточно времени, чтобы хорошо налопиталиться, в конце концов. Время лопиталиться. Теперь уже на самом деле наступило время лопиталиться. Еще раз успехов вам. Спасибо большое.